Так, ну давай тюльпанчики поснимаем. Вот эту красоту всю. А там и суккуленты, и лимоны, мирт, рождественская звезда. А, кстати, денежное дерево. Кто видел, как цветет? Вот оно, оно. Сейчас я его при... Вот так вот. Вот так вот. Живую видели когда-нибудь, как цветет? Вот я первый раз вижу. Я знаю, что цветет, но первый раз вижу. Вот какие-то цветулечки. Это все кактусы какие-то. Ну, суккуленты. Я в них не очень-то. Как бы я их только люблю фотографировать. Выращивать нет, это не мои цветы. Я люблю все поливать. Поэтому суккуленты мне не подходят. Это подходит тем, кто не успевает поливать, забывает. Вот здесь гиацинты у нас цветут. Вот такая красота. Какой интересный кактус. Мы тут уже часа, наверное, два с лишним гуляем. Уже перекусили. Мы посидели, отдохнули и пошли дальше снимать. Потому что хочется для себя, для вас запечатлеть. Хочется потом пересмотреть когда-нибудь. А запах, аромат пьянящий. Сирень пахнет, гиацинты пахнут, ландыши пахнут. Что тут только не цветет. Скорее всего, я так понимаю, тут будет не одно видео у меня. Так что сделаю нарезку. Заходите, смотрите. Надеюсь, вам понравится. Уж как умею, как получается снимать. Ну, с душой, с удовольствием. Делюсь с вами этой красотой. Вот такая прелесть. Кто в цветах разбирается, по-моему, это Налина. Это я так уже выучила название. Вот, какие-то кактусята, видите, вот суккулентики интересные. А вот эти даже цветут белыми цветочками. И вот это даже когда-то у меня давно-давно по жизни было. Вот оно даже тоже цветет, распускает цветочки. Это каланхоя пытается цвести. Вот, вот смотри, какое классное. Ой, руками хочется потрогать. Они такие, вот такие штучки я люблю трогать. Классные, прям вот. Но она такой, с таким напылением, как будто, не знаю, как будто припорошена чем-то еще вдобавок. Такое мягкое, волокнистое и твердое. Ой, мне гиацинты нравятся. Не очень большой канал. Так, это у нас в оранжерее, да? А здесь... У нас куколки вот на фоне шикарной. Такие красивые у нас вязальщицы. И вот такую продукцию можно приобрести. У нас выставка до какого числа работает? Вообще-то до 20-го. До 20 числа можно приезжать, приобретать вот такие красивые подарки своим деткам, визиточки, кто не умеет вязать. Сам вот визиточка, можно позвонить Александре. Это крючком, да, все? Вот такая пресса. Вот хозяйка. Крючка и ниток. На фоне Монстеры в оранжерее, город Волжский. Ну и тут рядом у нас вот такие красивые открытки. Художники тут. У нас можно приобрести. Он подпишет вам. Красиво. Нечаянно получилось. Все правильно. Любое хобби должно приносить доход, чтобы было настроение этим заниматься. Это уже работа, да? Профессия. Так, кто-то рисует, кто-то выращивает. Ну, мы все такие тут, наверное, цветанутые. Только каждый по-своему. Смотрим красоту вместе с вами. Потому что нравится. Так, а по левую сторону вот такая у нас красивая зелень. Чего тут только нет. Цинанты зеленые. Это шифлера. Так, папоротники. Мирт. Фикус. Амстелголд. Вот такой красивейший. Огромный. Шифлера веригатная. Плющи внизу. У меня такой плющик есть, кстати. Растет прекрасно у меня дома. Я здесь приобретала когда-то. Очень много цветущих растений расставлено по всей оранжерее. Людей много, несмотря на понедельник.
крестовник очень люблю этот. У меня такой есть, маленький, правда. У него такие листики классные. Такие плотненькие, прям так и трогать хочется все время. Ой, тоже палочки такие интересные. Ой, какая прелесть. Все так охота потрогать, пощупать. Смотрите, какой кактус огромный. Шар шикарный. Сейчас я попробую еще с другой стороны зайти, посмотреть, что там. Снимать. А что-то вот даже цветет. Какая прелесть. Ой, звездочки какие. Ой, какая красота. Красота, красота, красота. Всякие, не знаю, как они называются, колючки. Ну что, пойдем дальше. Это крокусы. Вот такие мне еще нравятся штучки, потрогать охота. Такие прям жесткие такие. Выращивать нет, конечно, но потрогать можно. Вот. Вот прям вот, не знаю. Ой, какие звездочки. Большие, маленькие, всякие разные. На любой вкус. И цвет. Вот даже цветут какие-то суккуленты. Прикольно. Красиво как. А вот. Бутылка. Там бутылка. Ага. Там вот цветут. Сюда приехала и забыла, как что называется. Что я знала, забыла. Ну, кактусы, конечно, какие красота, красота. Если их, конечно, поснимаю на видео, а потом еще поснимаю фотографии, сделаю себе. Буду любоваться дома. Смотрите, иногда заходите в дороги. Бывает, люблю полистать альбомчики. Все фотографии выкладываю в Одноклассники. У меня много альбомов. Будет отдельный альбом по путешествию в эту оранжерею. Город Волжский, от Волгограда. Вот такая прелесть. Ребятенку нравится. Колючий. Кусается, да? Все попробовать надо. Хорошо, хоть не на зуб. Дети радуются. И в воде. Да куда плавать? Наверное, черепашки плавают. Посмотрите, или рыбки. Лягушка. Ой, такое красивое что-то цветет, сиреневое. Я не знаю, как это называется. Прелесть. Оно тут растет и цветет сразу. Боже, какая красота. Цвет такой насыщенный, яркий. А ну-ка, помаши ручкой. Она устала, спутница моя. Решила отдохнуть, да? Работать надо, фотографироваться надо. Ты мне сегодня модель. Да? Я могу еще полчаса уделить на это, а то и больше. Вон что-то цветет. Такое интересное. Такие листики яркие.
Да. Пойдем. Я буду поддакивать. Да? Я уже снимаю. Так, а ты все время снимала? Нет, еще мы сейчас пойдем туда. А ты не знаешь, вот это что за растение цвет? Беленькое. А может, это жасмин какой-нибудь? Оно пахнет, да? Да, оно как своеобразный запах. Ой, боже мой. Какой-то неприятный, да? Какой-то. Приторный. А это у многих вижу такую, которая любит очень много воды, но я никогда не видела, что она цветет. Посмотри, какие звездочки красивые. Можно вот так вот сделать. Какая прелесть. Как бы... Не мое растение, но посмотрите, интересно, да? Вот здесь такой уголок. Это нельзя все заменить. Ну понятно. Ну куда? Оно такое большое растет, зачем? Просто вот место, где можно было посидеть, отдохнуть. Некоторые так и делали, людей еще много. Кстати, бугенвилья цветет. Вон она. Только от света темно, кажется. И тут тоже цветочки, цветулечки. Тут вязаны, тут сидел кто-то, вязал, показывал, как это вязать, Вот наша бугенвилия. Как-то у людей цветет, у меня нет. У меня один сорт пестролистный есть, когда-то простой был, у меня так и не цвел ни разу. Я и не заболела поэтому этим растением. Не хватало еще это заболеть, да? И бугенвилия, тогда вообще квартиры не хватит. Нет. В Турции очень много бугенвилий, вот таких больших. Слушай, кустов, а очень красиво. Нет, их как-то обрезают все равно. Ну, куда такие длинные? Ну, наверное, правильно нужно обрезку сделать в определенное время года, я так понимаю. И тогда они будут цвести. Новые побеги, чтобы у нас и будут цвести. Так, мы теперь пойдем куда? Вон туда. Фикусом красивым, да? Так. Смотри, здесь ступеньки. Смотри, как красиво. Раз так. И через... Прошу, я люблю так. Я люблю так. Так, говори, как называется фикус? Вот этот. Пинки, скорее всего. Потому что у Golden King у него больше листьев. Ага, который вот у меня дома, у него такой в два раза крупнее и больше светлого. Не надо меня снимать. Ну, немножко. У него, нет, это кинки, он видишь, маленький. Ага, ага. Вот, потому что дома условия у нас не такие шикарные, как здесь. И поэтому... Так, а этот какой? Говори название, если знаешь. Это который заворачивает листочки, да? Вот очень, кстати, быстро растет, шустрый. А это олеандр. Это я не знаю. Олеандр варигатный. Да, он тоже ядовитый, я знаю. Ты же его есть не будешь. Единственное, что я про него знаю. Неважно, у меня всегда... Ты знаешь, что гранат тоже ядовитый? Нет, это я не знала. У него только плоды съедобные, остальное все ядовитое. А, ну, это я не ем. Если по нашим квартирам пройтись, там много чего ядовитого. Да, да, ну просто мы это не едим, поэтому все нормально. Вот, мне этот кактус нравится, я просто в восторге от него. Я как-то фотографировалась, когда была в прошлый раз здесь, но он не цвел, а тут, смотрите, какие цветочки. Кир, а бересклет, он не улучшенный или он уличный? Я только название слышала. Я даже не знала, что это такое. Я ж могу не все знать, правильно? Кактус такой. Вот это кактус? Нет. Ну, это да. Это какая да. Красивый, красивый. Вот с него фотки хорошие получаются. А ты в этом разбираешься? Да, да. Я не знаю. Угу. Что это? Вот эти палки. Палочник какой-то, да? Точно. Бугенвилью давай снимем еще раз. Так, а пошли. Вот название полное, если кому-то интересно. А, можно. Сейчас мы поближе сделаем. Это бугенвилия. Вот. А тут пойдем смотреть. Вот там кала белая цветет. Пойдем. А ты желтые листы обрываешь или даешь им сами упасть? Нет, я люблю обрывать. Обрываешь. Да, а я ты не знаешь, что надо давать себе? Знаю, но это я стараюсь золотую серединку содержать, потому что у меня нервов не хватит, мне нужно, чтобы было красиво. Ну, я немножко поумничаю. Можно! Я слышала, но ты знаешь, и так прекрасно все растет. Кала белая у меня такая раньше была дома. Кстати, цвела 3 раза в году. Даже есть во Львове в Одноклассниках фотографии, какое покрывало красивое. И это покрывало, а цветок вот этот, как я поняла. Тоже поумничаю немножко, да? Так. Так. Пойдем вон цветок красивый. Красный. И твою эту. А, твой фикус посмотрим. Это у нас какой цветок? Это гибискус такой своеобразный. У меня когда-то был такой небольшой оранжево-красный. Что-то я не крупные не люблю. Я люблю крупные тарелки. Вот это, да, ты говорила? Какой громадный куст. Шикарный. Здесь, просто видишь, шикарный. Здесь много света. Да. Прекрасно, да.
Обязательно. Может, что-то вынести? Нам хочется что-нибудь купить, а купить нечего нам. Как жалко. Мы только смотрим, любуемся. Миллион фотографий сделали. Конечно, безумно интересно. Красиво, ароматы, надышались, насмотрелись. Уходить не хочется. Нам же хочется чего-нибудь и прикупить. А купить-то как-то и нечего. Очень обидно. Ну, потрясающе, потрясающе. Красиво, весна, в феврале. Это, конечно, шикарно. У нас уже 8 марта, короче, да? Угу. Не могу. Очень красиво. Никак не могу уйти. Все снимаем, снимаем, потому что, ну, очень красиво все. Сейчас поверну. Да, я видела, хочу до него дойти, никак не дойду. Желтый? Ага, у меня такие дома цветут. Вон. До него еще долезть нужно. А, фотоаппаратом тяжело. Вот. И красный видел какой? Даже розовый, можно сказать, насыщенный розовый, да? Очень красиво. Кстати, цветов очень много. Там наверху. Где-то вон там. Как пытаюсь снять, да? Вот, цветут. Что значит солнышко, да? Прелесть. Интересно, вот это что, аспарагус или что это? Похоже, да, на аспарагус. Это как называется? Это фикус бенджамин, он, скорее всего, отвилает. Вообще, он мелколистный, но почему-то его в отдельный сорт не признают. Вот. Его как-то считают отвилает. Понятно. Красиво. Не помню. Вот это я хотела. Смотри. Вот эти листочки мне понравились. То ли калатея, то ли ктинанта. Но они, конечно, здесь не в очень хорошем состоянии. Но красивые, яркие. Полосатики. А там тоже, смотри, какой фикус. Белый-белый, красивый. Внутри. Видишь, какой? Как называется, интересно. Ну, тоже как называется. Как? Это с ягодками что? Ты, может, знаешь? Знаешь? Ну, ладно. Не знаю. Это что-то, видишь, тоже лазащее. Что-то второе. Да, скорее всего. Так, ну на этом, наверное, будем заканчивать, потому что мы снимали много. Возможно, будет не одно видео. Посмотрим, как это все будет. А стены-то снимаешь? Нет, конечно. Сейчас я стену покажу красиво. И сделаем здесь фото. А то зарядка уже подзаряжали, все равно все опять село. Надолго не хватает. Все, друзья, на этом все. Надеюсь, было интересно, понравилось. С вами была Ирина и канал Цветочная Симфония. Всем пока!